наконец приехал. Приехал мой чудесный костюмчик от Папайи из новой коллекции. Бусина, будем смотреть, что там мне привезли. Будем? Давай посмотрим. Давай распакуем красивенько и посмотрим. Открыла пакетик. А там вот такой прозрачный, с логотипом. Там мой костюмчик из новой коллекции. Цвет просто бомба. Качество ткани просто бомба. А цена, девочки, вы не представляете. Сейчас я покажу. Разверну, покажу. Вот он мой красавчик. Посмотрите, какие штанишки, какая кофточка. Ткань приятнейшая. А главная цена. 499 гривен кофта и 590 гривен штанишки. Вы себя представляете? Так, давайте буду мерить на себя. Упаковочку, так как в последнее время делают все блогеры, теперь я вам покажу нормально на себе. Высокое горлышко, очень приятная ткань, она очень мягкая. Все вот эти деталечки, шовчики, здесь красиво. Кофточка затягивается, брючки на высокой талии. Очень красиво подчеркивают фигуру. Есть ровненькие такие, как у меня, можно заказать с резиночкой внизу. Очень приятное качество, можно комбинировать между собой, не носить костюмом, а носить раздельно. Я знаю Папайю очень давно, у них реально очень крутое качество и соотношение цены и качества. Цену вы сами видели, очень-очень приемлемая. Это новая коллекция, весенняя, но при этом очень комфортный, мягкий, и я его возьму обязательно с собой в Буковель. Бусина, ты что, в прятки со мной решила поиграть? Где моя кошка? Где тут моя кошка? Оп, кто здесь? Бусина. Бусина, вылазь. Ну, вылазь. Давай вылазь. Ну, быстренько вылазь. Где моя кошка? Кто это? Кошка. Кто это здесь? Тут весна. Смотрите, какая красота. Помните, мы в конце февраля идем с ребятами на музыкальный фестиваль «Буковель». Так вот, я просила у вас ссылочку на гостиницу, где бы можно остановиться. И я нашла идеальную, в самом центре курорта, новую совершенно. Оставляю вам ссылку, приеду, сделаю рум-тур. Какое небо, вы посмотрите, какое небо, а! Боже! Девочки завезли меня за город, а тут такое. Вот спасибо вам! Я снимала сторис. Годная вообще-то, наконец, годный контент. Интереснейшая история. Приехали мы, три девочки, в Юск, купить два барных стульчика. Купили, оплатили на кассе. Нам сказали, объезжайте все здание, там со склада получите свои стулья. Просто вот здесь теперь надо где-то искать наши стулья. Вот как выглядит день рождения, когда человеку 30. Боже мой, что это такое? Пьем чай и собираем стулья. Что? Девочки, напоминаю о том, что я продаю... Офигенный пуховик с большим капюшоном, оверсайз, очень стильный, модный, очень приятная ткань. Всего за 1500 гривен. Еще продаю вот такой вот офигенный унисекс-рюкзак. Совершенно новый, с очень хорошей фурнитурой, с мягкими ручками, которые не будут вам давить. Очень вместительный, куча кармашков. Всего 1000 гривен.